Да, это спасибо врачам, не только сейчас, а какая ситуация есть. Почему пандемия, все знаем, тяжелая ситуация. Спасибо, вот, в принципе, уже сколько лет. Я знаю дома, у меня тоже работает за Будапешт, за клиника. И знаю, какой ситуации, то есть не просто сейчас, какой очень тяжелая ситуация всего мира. Так, общая.